Существует ли магия? Ну, с уверенностью можно сказать, что, конечно же, существует. Но не та, что вы думаете там. Нельзя фаербол на кого-то закидывать, да, и вот это вот. Это выдумка, да, для дискредитации этого всего. Но так-то магия существует, что-то на уровне такого мистицизма, да, то есть легкого. То есть ты можешь что-то предчувствовать, что там что-то нехорошее, да, и обойти, да. Вот что-то такое, в таком и в общем плане, да. И в глобальном ты можешь что-то предсказывать, да. Предсказывать, предугадывать, да, то есть это все мистицизм, вроде как. То есть только предсказание, только предчувствие, да. Ты можешь себе, любой человек, наверное, может развивать предчувствие в себе, да, и становиться колдуном 80 уровня, да, от этого, вот. Вот. Как бы, вроде, да, и постоянно будет находить моменты, которые его окружают, которые имеют к магии отношение. Например, какая проверка? Вот сейчас вот мы проверим, да? Вообще вертолет прилетит, и тогда мы сделаем проверку. Короче, первая проверка, что магия, это магия, она существует, знаете? Как бы, я думаю, оказывается всегда, что вот эти вот монеты, которые у вас в кармане набираются, если их кинуть, эти монеты, то окажется, что всегда они орлами вниз, да, то есть задней стороной, где герб, они будут вниз, да, и цифрами они будут вверх, и будет большая часть монет всегда упадать, что, которая решкой вверх, да, то есть цифрами. Цифрами, ну-ка. Стоп, подкидывать не будем, вот так. Ну-ка, считаем. Цифра, 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 две не цифры, цифра. Так, и орлы. Вот видите, магия существует, но не такая проверка нужна. Эта проверка была негодная, да, я то есть это предполагал, что так будет, но не знал, да. Думал, это работает, потому что раньше это всегда работало, а теперь это перестало. Вот. Ну да ладно, это был эксперимент, короче. Такой. Это к мистицизму не имеет отношения, в общем-то. Этот эксперимент. Вот, кстати, давно показывал это место. Это собачья поляна. Как бы, что скажете тут, да? Ну, мы видели вот эту вашу собачью поляну, скажете, да? Чё ты нас удивить, что ли, хочешь собачьей поляны? Суть в том, что тут пустое место, да, вырезано вокруг вот этого вот это вот место, да, то есть вокруг этой поляны в большом круге вот этот еще маленький круг деревьев, да, и это уже странно, да, кажется, да. Заходим в этот маленький круг деревьев, да, и смотрим. Вот тут есть дорожки протоптаны, да, видите, вот это средний круг деревьев, вокруг тоже это все окружено деревьями, да, вот этими. А внутри по центру поляны пустота, да? И вот эти вот растут кусты. Но если мы сюда пойдем, кстати, да, в эти кусты, то мы в самый центр не попадем. Но мы предполагаем, что там что-то есть, да? Это тоже из такой, из мистики, да? Что мы предполагаем, что там что-то есть, но дороги туда нет. Практически, да? Или ломись, как бешеный орел, да, туда. Вот. Я предполагаю, что там что-то есть около той елки, да? Там елка-то, под той елкой что-то есть.
Награда ждет залезшего в центр этого всего. А люди вот ходят вот по этим дорожкам, да, топчутся. И дорожки вот эти никуда не идут. Что в той стороне никуда не идут, что в этой. Мы не можем попасть в центр. Потому что там что-то скрыто. Вот тебе и мистика, ладно. Короче, пытаюсь вот так ломануться. Вот еще одна дорожка. Главное в этом клещей не нахватать. Ну, вот мы идем, идем. Идем, идем, идем. Нет, мы оказались в центре этого всего. Что ж тут может быть? Не, все равно от этой елки далеко. Тут, видите, хрень какая-то. Все равно туда не попасть. Но тут что-то скрыто. Однозначно. Что-то есть, но что сложно сказать. Вот так вот, господа. Ну а то, что эксперимент с монетами не удался, ну извините. Я думал, удастся, мне повезет. Потому что обычно они всегда выпадают, кстати, и не на съемке, они всегда выпадают решками, да, не орлом. Так что требует повторения. Давайте вот так сделаем. Еще раз. Мы не будем брать много монет в этот раз. Но мы их перемешаем. И смотрим опять. Так, орлы, 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 орлы. Вот видите? Вновь не получилось. К чему это все? Ладно, мне с магией не везет. Мана кончилась. Мана кончилась. Однозначно. Орлы. Патриотом буду, значит, Российской Федерации, все понятно. Вот, такие вот дела, ладно, короче, да? А так мистицизм работает, да, у нас с монетами не получается. Так-то все это работает, и магия есть. Многие там гадают на картах, но на картах гадать не надо, это там. Не то, что это какой-то грех, умрех, как там говорят церковники его понючие. Просто бессмысленно, да? Надо чувствовать. И так, без всяких, без это самое, да? Без всего чувствовать и предчувствовать. Вот так вот. Ну, эври гуд, все, тушить свет.